все-таки в этот раз народ остался с дулями. Я земляки расстрою нас, Майдан не мы придумали. Майдан придуман был давно и процветал с античности. С тех пор захватывают трон сомнительные личности. А кем был Брут, он был бандит, вступивший хитро в партию. А Цезарь думал, что тот бдит про Рим и демократию. Как оплатить нелегкий труд и конюха, и слесаря. Но не об этом думал Брут, а он думал грохнуть кесаря. Налогов меньше, лучше жить, кричала знать вельможная, мечтая все да обложи, все то, что не обложено. Плебеям пудрили мозги патрицианты ушлые, про то, что Риму нужен мир, и Карфаген разрушили. Когда, друзья, хотите вы все время жить по-новому, хотите полусытыми, живите полуголыми. И новые избранники, мечтая жить по-новому, все так же дербанят имущество казенное. А кесарю не просто жить, враги стоят под стенами. Сенаторы и консулы все заняты изменами. Военный правит свой доспех, портной шаманит ножницы. Лишь кесарь думает за всех все время о наложницах. Зачем меняются всегда границы империи? Ответ ищите, господа, в аналах бухгалтерии. Весь этот сумасшедший мир не стоит сострадания. Разрушен Рим, да и шутним. Да здравствует Италия!